Какое замечательное утро. Это прекрасное утро на даче. Небо красивое. Солнце уже достаточно высоко. Сейчас температура на улице плюс 6 градусов. Прохладно. Цветочки уже сильно поднялись. Ромашки. У гортензии открылись пучки. Тюльпаны уже набивают бутоны. Вот такая зеленая красота. В доме у нас сейчас 8 градусов. Греет ветродувчик. Ну, прогреем градусов до 12 нормально. Будет свежо, спать хорошо. В постель добавим, как и делали в прошлом году, подогретые с водой бутылки пластиковые. Вот такой чеснок у нас уже. Можно сказать, он снег растаял, и чеснок уже был достаточно рослый. Потихоньку просыпается лук. А в луке у нас вот там еще цветочки. Это такие... как они называются, лесные. Нам очень нравятся, они луковичные тоже, мы не убираем. Они отцветут, потом уберем. Здесь я посадила редиску. Сейчас я открою пленку и вам покажу. Вот зашла редиска, но не везде, еще только всходит. Земля, кстати, здесь достаточно сухая, надо будет полить. Решили пожарить шашлык. Сажал черенки под бутылку. Вырос тюльпан, смотрите, бутон. Есть. И тюльпан, и роза, точнее тюльпан. Хороший. Вот примула расцвела. Красиво. Ей тепло, хорошо. Она набивает хорошие бутоны. Вот набивает здесь бутоны моя новая примула, которую я купила в питомнике. Вот еще одна. Она будет синего, фиолетового цвета. Гиацинты. Тоже красивые цветы. Пахнут, правда, не очень. Мне нравятся. Но очень красивые. Нежные такие. Погода 15 градусов. Покрасила деревья. Так вот сейчас выглядит дача. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.